Стояло тоже очень много людей, на самом деле непонятно, откуда они были. Возможно, эти люди были уже там мертвы. То есть там, когда люди были, уже там не стало. То есть человек не может там 2 часа уже курзаться, чтобы делать. Вот. Человека, которого я лично знаю, Сережа Кабиньян, через 600 его судей мог жизни, как минимум пожил, как минимум 15 лет, максимум пожил, только за то, что он стрелял. Да, если не подпускается какая-то необоснованная государственная база, то зависит от того, я не говорю, стрелял он или не стрелял, я этого не видел. Но человек стоял с нами до конца и знали, что стреляют в нас. Когда наши знакомые просто падали с пробитыми головами под этим телом, потому что пули были не детские и не игрушечные. Смерти были тоже настоящие. Мы хоронили этих героев. По-другому они не назовут. Вместо того, чтобы дать, я не знаю, какое-то поощрение, сказать спасибо, человеку сейчас грозит пожизненное.